Самые запоминающиеся моменты этой весны. Что интересного у вас случилось? Ну, я с ребятами ездила в океанариум в Москву на экскурсию. Мне очень понравилось. Вот первое такое событие важное у нас было, интересное. Этой весной мы с детьми ходили в библиотеку городскую. И у нас литературно-музыкальная гостиная очень интересно прошла. Вот, посвященная 9 мая. Вот это мне вот сейчас вспомнилось. Буйное цветение кругом. В этом году как никогда все цветет. Ну и вроде заморозков не было, надеемся, что что-то и созреет. И никаких таких особо впечатлений радостных особо нет. Огород, работа. Ну то есть вот вся такая повседневная жизнь. Ну дети, конечно, радуют, внуки радуют. Внучки свадьба вот намечается. Вот это прекрасное событие для меня. Я ЕГЭ сдала. Ну не все еще, правда. Ну, это же тоже какие-то достижения. Результатов-то еще нет. Ясно. Ну, в общем, у вас ничего такого интересного этой весной не случилось? Нет. Никто даже не влюбился? Нет. Ну, я закончила первый год гитары, я этим горжусь. Я нашла новых друзей, и с ними очень мне интересно проводить время. Стала на лыжероллеры, соревнования уже несколько отбежала. Экзамен первый прошел, ОГЭ по-русскому. Следующий скоро, летом. Весна хорошая была. Все нормально. Весна очень хорошая была, яркая, теплая, дружная. Ну и все радовались, все ходим дружные в соцзащиту, все уважались, всех мы любим. Нет, вообще то, что наступила весна, еще весна теплая, я закончила весной работать, и сейчас у меня начался отпуск длительный, вот что меня радует. Так что все, все остальное, все хорошо, короче, все.